Трин травы на траве. Опа. Блять, только такой. Леська только ушла. Леська только ушла. С девкой отдыхал, что ли? Да. Блять, вдвоем был только что. Ушла Зона. Покушала, ушла. Ага. Ну, он тоже такая не домашняя. Да. А тоже бомжует? Да, бомжует. Я так, ой, знаешь, когда тебе позавчера ждал тебя с такими силами. Да, да, ну, четверг же был, четверг. Да. Думаю, в четверг ты приезжал. Думаю, неделя прошла, в четверг должен приехать, да? Угу. А, сидел. А вот работал, короче, не поверишь. Понял тебя. Ладно, все, ничего не отговаривайся, ничего, все нормально. Все нормально. Просто тоже я ночью. Одна же у меня девка живет на кладбище. На вон тебе 150-чик. Подожди. На карман засунешься. Не, подожди. А? Ай, ладно. Девка живет на кладбище же у меня она. Ну. На кладбище прям? Ну, Катька, ты помнишь? А, ну. Она на кладбище живет. А я думал, там на хате? Не. На кладбище живет она. Мне не особо-то охота. Попить хочу. Вот. На кладбище. Вчера я ее встретил в 2 часа ночи. Угу. Я пошел по металлу. Думаю, может, что-нибудь металл найду. Ну как, нашел вон. Кастрюлю там, чашки. Да, ну как бы такой металл черный. Все. Я найдет. Угу. Во. С этими. С уфурями, что? Они же фурики пьют. Да. Уфурями пошли, а? Пойдем, что? Что пошли? Зачем? Я тебе консервы дам. Сгущенку. Ну, сгущенку я. Вот такая банка. Угу. Цельная, блядь. Сгущенки я забрал, конечно. Правильно, пригодится, что? Да. Вот. Сгущенку, консервы забрал. Стал стоять-то. Не, насиделся уже. Я два дня, три дня там по тому сектору. Угу. Хожу, блядь, думаю, может, Леху увижу. Нет, нет, Володь, на работе был, вот только сорвались. Был. Ладно, извиняюсь. Ты ночью-то не мерзнешь? У кого? Не, нормально. Здесь потею, ёпта, ты мерзнешь. Ты чё? Я вон, блядь, снимаю все. Так как лишь бы, да, знаешь, как бы, ну, блядь. У тебя как в бане пахнет, короче, вот эта листва сухая. Да, вот я специально делаю, понимаешь. Но... Я вот там березу ломаю, да, ага. Сюда ношу, чтобы запах был, понимаешь, нормальный. Да, отвечайте, запах, чтобы нормальный был. Так, попить, что хочу попить. От вас. У тебя там бар, да, бар целый? Да, у меня. Вот девчонка только вот ушла. Ну, 20 назад. Ага. Леська пошла. Я не могу лежать. Да. Я говорю, да не хочешь, не лежи, нахуй, иди. Вы сейчас вместе живете, что ли? Нет, ну как бы. Так, в гости? Ну тоже она с Казани. Ага. Это, в центре здесь была. Ага. В центре убежала. Знаешь, я не с похмелья, а просто, понимаешь, вот пить охота. Да, вот. Ну, хата такая стоит. Да, ну. Вот смотри, смотри. Вчера я весь день на речке пробыл. Весь день. На центральном. А-а-а. Там не гоняют вроде, запретили купаться? Нет. Нет? Мусора что-то прошли там, знаешь, маленько. Кто пьет там, посмотрели, да? Все. А там это, такого комбата накачали. Там ребятишки катаются с горки же. Ага. Да. Бля, как раз мы там сидим. Вот. Мусора подъезжает. Ну, опер, ну, мне знакомый. Будешь попишу? Не, спаивалось. Вон пот, видишь, как ты сейчас мне. Опер, знакомый. Раз там, блядь, сейчас я выйду. Давай. Духотища такая. О, духота вообще. Тебе мой стол дать, а. Нет, Володь, постою, я постою.
Тут что-то коляска у тебя детская какая-то? Это я. Импортная какая? Для маленького груза. Ну, полтинник удерживает. Чтоб на себе не тащить, да? 50 килограмм, да. Да, блядь, заебался так таскать у нас. Вот, и это, раз это, типа, опера подходит там, мы на речке сидим, короче, там же скамейки же, песок, скамейки, и я сижу, короче, он, этот, Серега, блядь, фурики развел, да, у него там полная бутылка, да, а я пиво что бью, я взял две белые озера, знаешь, взял, ну это, они белый озер как. Ну, маленькие вот эти. Ну, я понял. Бутылки. Взял, ты вспотел весь, а. Да вот ты туда заглянул, кажется, он тебя не обдувается, что ли? Нет, обдувается, вот там нормально ты что. Вот это. Это у тебя табакерочка такая, да? Да, ну. Вчера Лиська, она пошла. Кто-то ее наказал. Да, я пошел туда. Ну, кто-то по морде ей дал, короче. Да, возле магазина есть наверху. Она прибежала такая в слезах. Блядь, Володь, мне наказали. Да ну нахуй. Пошли, блядь. Пошел, блядь. Вот тот, не тот. Блядь, там два часа так сидел, блядь. Кто, блядь? Ну, блядь. Я говорю, за что наказали? Говорит, спросил нахуй 10 рублей, блядь. Да. Просто, говорит, подошел мужик, говорит, ударил, блядь, по лицу. Ебаный в рот. Я говорю, что ты овца ебаная? Блядь. Я говорю, ты нахуй ты спрашиваешь, ёпта. Нахуй не нужны, блядь, козлы, блядь. Все ясно. Что, какие новости-то еще? Так нормально? Да так, никаких новостей. Так, вроде, на работу в колхоз. Зовут, блядь, да? Тоже зовут, нахуй, да. Я не хочу колгос, понимаешь, это обманка ебаная. Обманка. Что, нет, за скотиной смотришь? То, что работать, да. Работать я смогу, понимаешь. Ну как бы, как тебе объяснить правильно? Не как, знаешь, ну, людей, к кому едешь? Да. Просто понимаешь, это обманка ебаная. Знаешь. Ничего. Мини-мини. Ты сам уж это. Мини-мини. Но я не поеду, понимаешь, не дурак я. Ну. Я так уж буду ждать тебя, понимаешь, как приедешь там, да. Не в том смысле, просто мне эта обманка не нужна, понимаешь. Да. Я уже был, да, в этом, в рабочем доме? Да, нахуй нужно. А я, короче, стою, кричу, думаю, ну нету. Ну что ты, вот, ты же знаешь место, вот. Я всегда услышу тебя. Что ты? Не, я это, минуту нам точно кричал. Рашид крикнул, да? Нет, я услышал. Потом постоял здесь, подождал. Нет. Потом что-то ты там бубнишь во сне, услышал. Да, нет. Ну только ушла Леська. Крепко уснул, походу, ты, да? Леська, да, немножко, как бы, понимаешь, я ночью не спал. Ночью дождик был? Как бы вставил ей. Да? Да, ночью дождик был, да. Ночью, ну, покапал. Я вставил ей, она такая говорит, мало. Ой, иди еще, блядь. Да, иди. Ну, ладно, еще раз. Потом раз уже под утро уснула. Уснула я ее, обнял, она уснула. Да. Потом все равно пойду. Я говорю, тебе что надо-то? Куда пойдешь? На работу, что ли, куда? Нет, а фурики вот, блядь, они там фурики на ДКшке собирают, блядь. Куда пойдешь-то? Ну пойдем на ДКшку, может девку вижу, может что-то. А иди. Знаешь, не стал тормозить. На месте не сидится, надо что-то, да, делать, конечно. Можно ходить, да? Задница чешется. Да. Нужно идти куда-то. А я тебе звоню, трубки не берешь, что-то. Мне телефон же украли. Украли? Да, на ДКшке. А гудок идет? Ну, сидел я. Да, гудок идет? Да. Ты попробуй его еще. Давай. Да. Пускай козел какой-нибудь, да, ответит. Может, ты просто выронил, где-то лежит? Нет. Вместе с зарядкой украли. Я поставил магазин. Понял? Магазин. Потом зашел. Или девка врет, понимаешь? Ну, это магазинщица. Говорит,
кто-то зашел, забрал. Ну там как бы на входе заходишь. Вот гудок у тебя идет. На входе заходишь. Во, видишь? Ты давно потерял? Кто-нибудь хоть бы взял бы, а? Трубка. Вот, на 4 дня назад. А я тебе все это время звоню? Да, да, да. Нет у меня, Лех, нет. Нету, нет. Все, видишь. Да нет, это понт. Он, может, где-то лежит. Где-то да. Лежит он просто. Да. Если кто-то его забрал, мне кажется, твою сим-карту там не оставили бы. Ее будем, где-то наверное. Он лежит. Да. Но никто не берет. Потому что мне здесь это. Демьян приходил, мы тоже с ним набирали. Угу. Набирали с ним. Будки идут, а нет, никто не отвечает. Ты сейчас без связи, короче, да? Я без связи сейчас. А у тебя же второй так был что, телефон какой-то. Имею в виду, да, второй. Мне зарядник нужен, там, он старый телефон, сим, это, как это, сим, как это называется? Штекер что? Штекер круглый там. Круглый? Да, вот. Я искал, искал, не нашел. Под него не могу найти. Старый он. И наушники у него, знаешь, широкий штекер. Ага. Оставляется. Знаешь же. Старые телефоны. Ну. Ты бухой был, короче, выронил, походу, его, да? Я не выронил. Я просто поставил на зарядку. Я и не забрал. Вот здесь, в третьем комплексе, знаешь же, это магазин круглосуточный. Вот там поставил, короче. Да, пока мы там сидели на лавочке, на сюда, я потом пошел, мне девка говорит, а какой-то мужик зашел, забрал. Да ну нафиг, как забрал-то. А там прям на выходе, знаешь, на выходе только в магазин заходишь, сразу здесь розетка сбоку. Ну сумки там ставить туда-сюда. Ну-ну-ну. И там розетка, я там поставил, короче. Она говорит, какой-то мужик зашел, забрал. Ну ладно, забрал. Там, короче, это предложение к тебе есть, там, ну, так, ребят. Ты мне что привез? Шорты, блядь, что ты обещал? Володь, я на работе был, я же тебе говорю, я приезжу завтра, завтра приеду, я все, работу закончил пока. Точно тебе завтра ждать, да? Да, да, я все, сейчас отдыхать буду. Ладно. Как бы это. Да там, не, я не гоню. Там, что-то. Смотри, что спрашивают-то. Че? Такой спортивный конкурс, короче, осилишь-то, нет? Осилю. А? Осилю. Ты три литра молока выпьешь? Легко. Выпьешь, да? Конечно. Нет, серьезно. Конечно. 300 рублей заработаешь, если выпьешь. Ладно, выпью. Да? Только как, за раз, что ли? За раз. Здоровый конкурс, да. Блин, ничего себе. Вот. 3 литра. Это... За каждый литр, короче, 100 рублей. Вот выпиваешь просто молоко и здоровье поправляешь, да? Нет, не да? В том дело. Просто если деревенское молоко я не выпью. Зачем? Магазины? Там это, жир там много же у него. Магазины? Попробуй. Вот если завтра. Только не жрать ничего. Вот сутки не жрать. Ладно, выпил. Там открыл, выпил, вторую открыл, выпил, открыл. Выпил. А бутылка что ли? Да, да. Бутылка там можно. Не с банки сразу. Банк, конечно, тяжело, ты что, если пить. Не одолеешь. А что там это пишут, короче, говорят, там, пускай здоровье поправляет, говорят, нормальные вещи. Здоровье не дело не в этом. Молочко. Просто желудок, чтобы принял, понимаешь? А-а-а. Да. Если желудок не примет, куда? Ты вот возьми. Я вот выпиваю, я за день вчера, знаешь, сколько сока выпил? Литр 3 выпил сока. Ну, чтобы ничего не пить, а просто сок. Знаешь, не, его вот. Пьешь, его еще больше пить охота после. А пить охота просто, понимаешь? А-а-а. Вот лежишь. Чай надо горячий пить. Да. Вчера она ходила, вот принесла, вниз туда ходила в кафешку. Да. Вечером уже поздно было, часов 10, наверное, да. А я что-нибудь хочу. Я говорю, иди в кафешку. Иди. Мне мелочь была. Иди в кафешку. Там возьмешь попить. Пошла, принесла мне чай. 2 стакана принесла. Эти запакованные, знаешь. Вот. 2 стакана чая мне принесла. Горячую я попил, понимаешь. Так охота просто пить было, понимаешь, честно говорю.
Даже воду неохота было пить, честно говоря. А я, мы с ней вчера, когда вчера, целый день, мы с ней на Центральном пробыли, на пляже. Ты рассказывал, да? Опять, да. Мы сюда там подъехали, опера, знакомые мне, комсомольского. Чего ты угрюмый? Я говорю, деньги шибаешь? Я говорю, слышь, пошел, ты понял? Деньги шибаю я. Я просто отдыхаю, да. Говорю, устал там это, лачуги свои сидеть. Говорю, да, пошел просто, блядь, на речку, да. Ну, отдохнуть, как бы. Тебе коммунальщики-то еще не приходили? Коммунальные услуги не требуют еще? Нет. Из ЖК. Знаешь, когда я вчера, вот точно скажу сейчас. Позавчера мы на улице с ней там сидели, на лавочке. И вот эти вот тоже. Мусора, как бы, женщины вот эти. Там ходили эти услуги, собирали, да, как бы, да, сюда, да. А эти судебные приставы, да? Да, да, да. Я говорю, да. Прям по пляжу ходили, что ли? Нет. Вот здесь вот в первом комплексе. По домам? По домам. Да, да. Ну ладно, что. Прям лег. Молодец. Только ты это. Ты не обламывайся, просто раз крикни нахуй, я могу, может, не услышать. Да нет, тогда кричать не буду, я просто перепрыгну и зайду. Да, да, просто это... сам по себе как бы, ладно. Ну хер его знает, видишь, ты говоришь, девчонка отдыхала, я думаю, сейчас, да, да. Может, как-то неудобно. Я просто уснул, нет, маленько уснул, я все. А так я слышал, что кто-то, да, вот, я сразу поднялся. Подписчикам привет скажи, там ждут тебя. А, все. Ребята, ну, привет. Вот я угрюмый здесь. Да, отдыхаешь? Дома отдыхаю, да. Лёха приехал, вот я из дома отдыхаю. Чисто от души вам. Вот чисто от души вам привет. Да, да. Ну, значит, завтра, Володь, делаем конкурс с молоком, да? Давай. Да. И подзаработаешь. И во сколько приедешь? А во сколько можно? Нет, ты просто ты своё время говори, чтобы я знал. Так, 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 так. К 10 я могу приехать. 10 утра, да? Да. Давай, 10. С 10, да. Володь, до 10:30, короче. Ну, ладно. Плюс-минус. Я сейчас все равно, я сейчас на речку пойду. А-а-а. Тоже я сейчас оденусь. Ну, давай, давай, одевайся. Мне маленько покинешь, да? Вечерний душ. Володь, я сейчас в другую сторону вообще пойду. А куда поедешь? Я отсюда вот так вот покачу. А, куда в сторону, да, поедешь? Да. Ну что такое? Нет, тарочки. И шорты-то у тебя импортные, смотри, как одет. Чики-пики. Я так хожу на речку, да. Без майки, что? Не, майку возьму. Зачем? Ну давай, одевай, что, сигарет не забудь. Папиросы. Ладно, сейчас, блин. Там, ты оттуда в стационар шел? Да. Там никого на трубах не было? Нет. Не было никого. Это что, кого надо? Не, просто там должен был. Пацан, он тоже там живет. Ну, да пойдем, бы... дойдем до него. Где он там живет, да, покажешь? Нет, он. Нет? Сейчас его, по-моему, нет. Куда-то уплыл, наверное. Я вчера пошел. Я не буду на камеру говорить. Не будешь? Ну, короче, Володь, понял. Я все договорились. До завтра делаем конкурс с молоком, да? Да, да. Все подписчикам пока скажи. Я вчера пошел. Ждем просто... новых серий. Знаешь, где скажи, до свидания всем. Помнишь? Да, да. Ребят. От души. Ждем новую серию, да? Да. Всем добра и позитива. Конечно. Да я всегда с вами. Да. Вот.